Где тебя черти носят? Нас скоро распопят! Это кто сказал? По телевизору сказали, в Твиттере сказали, везде сказали, что не читаешь ничего! Завтра, короче, с утра Путистан обещал пульнуть все свои ракеты, гранаты, дроны, пули, фауст-патроны, все по нам. Вообще все, что у них есть, включая рогатки и пневмопердопули. Голос не включай. Договорились, что весь пульт будет шепотом. Держись в руках. Ты вообще понял, что я сказала? Завтра нас разбобят нахрен. О да, это, конечно, пиздец. Хрюндель, не время ныть, сукин кот. Сумка, запас воды, трусы, серебельешки, быстро все забирать. У тебя опять голос слышно. Убежище проверить, ноги помыть, всем просраться до отказа. Кто ел чеснок или лакрицу, зубы чистить, говножоры. У тебя что пишут? Что завтра прямо с утра нас разбомбят, камня на камне не останется. А у тебя что? Что завтра с утра воронка вместо нас, большущая. Хрена им лысого. И как ты сможешь спать? Спать это удовольствие. Поэтому я особо остро испытаю его, если оно последнее. Спокойной ночи. Чё-то тихо всё. Мы чё, в раю? В раю сраные унитазы не текут, а у нас опять тут поток говночмок. А ну, булкари, быстрее шевели, изобрази мне хэндимена тут. Фак, лучше бы же разбомбили. Ой. Что, раздумали нас там разбомбить? Сказали завтра. Сегодня чё-то неудобно было как-то. Чего там неудобного? Без объяснений. Просто вот, ну, неудобно и всё. Ну, неудобно было как-то ему вот сегодня. Тебе что, никогда не бывает вот неудобно? У тебя прыщ. Ну и что? Какая тебе разница? Что пишут-то? Утром нас разбомбят опять? Не, в час ночи. Сказали железно. В час ночи нам кранты. Будем ждать. Ой, да пошли они нахрен, много чести, я спать пойду. А я подожду. Что? Фак, уже два! Проспал практически собственную смерть. Всегда все просыпаю. Фак. Что ты там просыпал, свинюга, опять? Ох, домашний жандарм никогда не спит. Ты что, на работу не идешь сегодня? А какой смысл, какой? И когда сегодня окончательная дата нашей смерти? В 13 вечера ждем. Говорят, на этот раз абсолютно точно. Сразу все и сразу по нам, и будет здоровенный... Живописно. Ну чё, сколько там время? 12:59. Одна минута. Не-а. Слышишь, нет? Нет. А ты куда? А я пойду куплю себе синтезатор. Всю жизнь мечтала и жабы душила. Не я далеко уходить, вдруг это бомбанут. Не, бомбанут только 12, сказали. Причем не сегодня, а через 3 дня. Чё это вдруг? Потому что тогда будет день камлания святого Абдурахмана Хатабыча ибн Котёночкина. И они решили, значит, приурочить. Приурочить Абдурахмана? Не, пейджером. Ладно, я пошла, мне еще кволы и пучики отшелушивать. Некогда мне тут фигней страдать. А я тогда пойду куплю себе хорошие японские виски. Тоже всю жизнь хотел. Единственное, что они пока убили, это наша жаба. Так, депрессия, подавленность есть? А чё вы шепчете, доктор? Шепчете, чё-чё? Мне сказали на кастинге, что весь мульт будет шепотом. Я специально тренировался. Да мы как-то забили на это. А ну ладно. Ну ладно. Так, депрессия, подавленность есть? Да уж есть, конечно, как-нибудь. Нервоз, тревожные состояния, панические атаки. Ну так ёте, да, конечно, постоянно. Ну так на что вы жалуетесь тогда? Так и должно быть. Вот если бы этого всего не было, я бы стал бы вас лечить. Слушай, мне докторишка напомнил, мы же мульт начали шепотом делать. Помнишь? Конечно, увлеклись, знаете ли, когда бомба каждую минуту над нами висит. А чё ж, прям висит?
Да, прямо над нашим домом бомбу повесили гигантскую такую с рандомальным счетчиком. Что такое с рандомальный? В любую секунду упадет. Весело, да? Давай поржем. Сейчас я попытаюсь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нихера не убедительно. Ты смеяться разучилась, Масянь, что ли? В эти времена странно было бы, если бы я не разучилась. Не, ну Масянь, ну надо смеяться иногда. Иначе нафига жить. Давай, попробуй еще раз. Смотри. Хо-хо. Хе-хе-хе. Масянь, эмоция нужна, эмоция. Не, ну вспомни что-нибудь, оживись. Оживись. Охрененно ценные указания. Во-во-во-во, давай-давай. Хо-хо-хо. Фак, темные силы овладели тобой. Это не темные силы, Крюндель. Это факин проклякин реализм. Вообще, я тебе скажу, прикольная бомба. На сиську похожа. Чего? Большая такая сисища. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вот счастливая семья! У нас хорошая работа, здоровые и неглупые дети, мы все любим друг друга и живем в гармонии. Это вот мой Хрюш Мундель, в смысле мой муж Хрюндель, это я, соответственно, Масяня, это Чучуня и дядя Бадя, а это наша бомба. Она может взорваться в любой момент и убить всех в радиусе 300 метров. Даже хоть прямо сейчас. Мы ее очень любим. И относимся к ней как к члену... А что, куда все? Что случилось? Бомба. Бомба, бомба. Бомба, бомба. Бомба, бомба и бомба, бомба. Бомба, 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 бомба. Бомба, бомба. Бомба, бомба. Бомба, 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 бомба. Бомба, 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 бомба. Бомба, бомба, бомбино. Ура, сирена, наконец-то! Ура! Стоп, 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 все! Отмена, отбой! Это просто какой-то жирнющий голубище летел. Пардон, отбой, говорят. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что мы жить нормально начали только когда у нас появилась бомба. Стали жить сегодняшним днем, ни в чем себе не отказывать, о будущем не беспокоиться. А что, если она никогда не взорвется? Крюндер, ты так говоришь, будто это что-то плохое. Ну что, летит какая-нибудь вундервафля? Не, пока пусто. По капуста? По морковка. По турнепс. Иди ты в жопу. Чё ты тут делаешь, сидишь? Сижу, жду. Чё ты ждёшь? Пока всё вот это вот пройдёт. Не пройдёт. Добрый ты. Говорят, не надо тратить время и нервы на то, что не можешь изменить. Ну, это в принципе правильно. Не. Но кто сказал, что нельзя изменить? Это как их хуситы? Или супердядя какой-то? Нету никаких супердядь, блядь! Думаешь, просто почтальон заберет? Конечно, заберет! С такой-то маркой! Слушай, а если бы мы действительно делали весь мульт шепотом? Как шепотом смеяться? Умеешь? Let's have a drink, let's have a laugh. Forget all our worries, just do the math. The world's a circus, and we're the clowns. Might as well party till it all comes down. We'll be bombed soon. Hey, we'll be bombed soon. A guy in a bunker said, "Join me inside," but he had no snacks, so I waved him goodbye. Headed to the beach with a cooler of beer. If it's all going down, I'm gonna stay here. We'll be bombed soon.
Всем девкам и теткам немедленно рожать!